хоккей, в который сыграют настоящие звезды российского кино и спорта, запланирован на август. В августе этого года в Чебоксарах планируется провести хоккейный турнир с участием звезд отечественного спорта, театра, кино, регионального правительства и ветеранов хоккейного клуба «Сокол». Этот турнир должен стать одним из ключевых в программе празднования юбилея республики. Ожидается, что в Чувашию приедет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, легендарные хоккеисты Игорь Ларионов, Александр Гуськов, Вячеслав Анисин.